Криминальное прозвище чаще всего отражает самую суть человека. Что можно сказать и о том, кого зовут Паша? Ничего особенного. А если у него кличка Бешеный, то сразу становится ясно, что связываться с ним опасно. Нуров у Морева был атомный, дерзкий, действовал быстро и часто сгоряча, был скор на расправу. Родился Павел в 1951 году в Новосибирске, в этом же городе впоследствии жил всю свою жизнь и здесь же занимался криминальной деятельностью. В Новосибирске у него была своя группировка, неоднократно сидел, хотя толком подробностей о его сроках не сохранилось. Короновали его в исправительной колонии в Новосибирской области в феврале 93-го. Воровскую семью Морева, которому на тот момент исполнился уже 41, приняли Георгий Скотников, Жора Жаркун-Ростовский и Алексей Матюнин, Лесик. В 94-м Морев был осужден на 4 года особого режима. В тюрьму Авторитет загремел за хранение наркотиков и незаконного ношения оружия. Во время отбывания наказания короновал своего единственного крестника – Александра Тарасенко, Тараса Троицкого. В 98-м Авторитет вышел на свободу, в 99-м в Новосибирске его вновь задержали. При личном досмотре у Морева нашли наркотики. Какое-то время он провел в СИЗО, затем вышел на свободу под залог. Бешеный хорошо дружил с другим вором в законе – Виктором Сидоренко, куклой, и у последнего под конец жизни были существенные разногласия со своими коллегами, из-за которых, как считается, его и убили. Друзьям и соратникам куклы также пришлось нелегко. Считается, что дальнейшие события в жизни Бешеного были спровоцированы как раз его дружбой с Виктором Сидоренко. В феврале 2002-го на сходке Мореву предъявили за какой-то неворовской поступок, однако Авторитет на сходку не прибыл и воровскую корону пока сохранил. В марте того же года его крестный отец Лесик прибыл в Новосибирск, где пытался встретиться с Бешеным и предъявить ему за тот поступок, но тот от встречи уклонился. Лесик распространил информацию о том, что Морев гад, и посчитал свой долг выполненным – уехал. В том же 2002-м Бешеный был убит в Троицке.